С вами Евгения Татарникова, и это мой блог «Будь как Женечка». И сегодня я буду участвовать в автопробеге, а точнее участвовать будет вот этот вот автобус. А я расскажу, кому это нужно и почему по городу ездит такое старье. Вот скажите, сейчас такой богатый выбор машин, почему именно старый «Жигуль»? Эта традиция как бы началась еще от моего дедушки. Это «Жигуль» моего дедушки, родного, любимого. К сожалению, его сейчас нету, в живых уже. Вот. Купил он в 73-м году, как бы вот, и постепенно как бы по наследству достался мне. Возродил его, обновили, получилось как вот ретро-автомобиль. Неужели тебе не хочется покататься на новой BMW? Как ты себя чувствуешь в таких машинах? Я себя чувствую абсолютно комфортно. Мне очень нравится ездить в таких машинах. Несмотря на то, что мои ровесники считают такие машины не модные, не современные, я считаю эти машины классными, потому что это история всех автомобилей, и поэтому вас рулит. Вас рулит? Причина пробега очень простая. Просто машинки немножко застоялись в гараже и хотят погреться на солнышке. Интересно, водители реально думают, что эти машины живые? Ладно, я-то еще ребенок, но это же взрослые серьезные люди. Эх. Скажите, вы действительно верите, что у вашей машины есть душа? Конечно, я верю, что у моей машины есть душа. Поскольку она, когда надо, она довезет. Когда надо, она перетерпит. У нее даже есть имя Кристина. А почему именно Кристина? И как вы вообще поняли, что это девочка? Она же голубая. Ну, у нее свой характер. Она не совсем любит женщин на переднем сиденье. Она может и заглохнуть, когда женщина садится на переднем сиденье. И Кристина – это дающая веру. Вот она мне дала веру. Постараюсь с вами на переднем сиденье ими ездить. Кристиночка, не ревнуй, пожалуйста, не надо. Просто так. Параллельно нам рассказывают историю нашей набережной. Ну как рассказывают? Режиссер накосячил с зумом, поэтому у нас нет звука. Надеюсь, что хотя бы другие водители смогли услышать историю. Мы находимся на бывшем русле Днепра с вами сейчас. Вот тут плескалась вода еще до 1932 года, до Днепра ГЭСа. Значит, территория эта намывная, она полностью изменилась за последние 40 лет. Набережная Победы. Название существует с 1975 года, то есть 45 лет назад, и до этого она была Мандриковская набережная. Ну вот, начинаем мы, пожалуй, с самого нового объекта. Это бывший дворец пионеров, сейчас дворец детей и юношества. Полностью построен на намывной такой зоне. В 1990 году он был открыт, то есть ему исполняется 30 лет в этом году. Если вы думаете, что чем старше машина, тем она дешевле, то вы вообще не шарите в ретро. Нет, ну конечно, вам может быть и повезет купить такой экспонат за копейки, но его реставрация будет стоить как новый Lexus. Поэтому лучше брать сразу в нормальном состоянии. Ну и из приятных бонусов – фанаты, фотосессии и участие в пробеге бесплатные, кстати. Скажите, во сколько вам обошлась эта рухлядь? Она нам обошлась примерно в $200-300, и плюс еще достаточно солидная сумма, чтобы привезти ее на эвакуаторе из Полтавской области. И во сколько еще обойдется, чтобы сделать из этого машину? Ну, реально в таких случаях стоимость реставрации примерно в 10 раз превышает стоимость самого автомобиля. То есть в него надо вложить порядка $2000-3000. Скажите, а капота, двери, крыши и багажника подходящего цвета не нашлось? Как сказать,
Эта машина собиралась из абсолютно разных автомобилей, как раньше наши бабушки шили лоскутное одеяло. И поэтому на данный момент мы привели ее в технически исправное состояние и решили оставить детали, которые мы поменяли, того цвета, которого они нам достались. Ну короче, если бы у монстра Франкенштейна была машина, то только такая. Интересно, другие участники движения в курсе, что здесь вообще-то автопробег? Нет, но если мы, конечно, в кого-то врежемся, нам ничего не будет. Наш бусик выдержит все. А вот на месте этой синей машинки я бы побереглась. А финишируют машинки здесь, в техническом музее машины времени. Кстати, тут недавно появился самолет, так что скоро можно ждать авторетро-пролета. Интересное слово получилось. Надо будет обязательно его запатентовать. Если, конечно, смогу выговорить второй раз. Смотрите, какой механизм. Это форточка. Видите, люди были раньше меньше. Они могли скользануть такую форточку, правильно? Кто-то из вас попробует? Нет, но весь секрет в том, что это еще не все. То есть в этот автомобиль нужно было заходить через лобовое стекло. И притом для этого еще нужно было перекинуть руку. Фактически этим автомобилем можно управлять и слева, и справа. Мы это уже пробовали, но мы его еще не заводили. И напоследок лайфхак от Женечки. Не спешите выбрасывать старую технику. Возможно, лет через 30 вы все это продадите на аукционе или сдадите в этот музей. То, что для одних старье, для других ретро. Возможно, когда-нибудь и мы поймем, в чем тут прикол – собирать старые вещи. А пока не усложняй и будь как Женечка. Кстати, мы тут катаемся не просто так. Нам рассказывают историю нашей набережной. Ну как рассказывают? Режиссер накосячил. Почему я говорю накосячил?